новогодний обмен. Тихо. С вами новогодний обмен. Это самый новогодний обмен. Это самый новогодний обмен. Помашем ручкой. Видеокамера. На такие огромные посылки способны только мамы-блогеры. Нам пришла в час ночи посылка по новогоднему обмену. Мы даже ее на весы поставили, что эта посылка весит 5 килограмм. Представляете, 5 килограмм счастья, радости доставили нам с Украины. Пока папа сражается с распаковкой, расскажу, что Лилия – это мама-блогер из Украины, с Украины, да? С Киева. С Киева. Лилия снимает видео на разные темы. О материнстве, о психологии женской и мужской, о восстановлении после родов. У нее очень интересное есть видео, как она восстанавливала себя. Все ссылочки будут в описании под видео. Ее канал будет интересен любой маме, которая современная, молодая. Лилия также снимает видео о путешествиях. Так что заходите, ссылочка будет в описании. Спасибо большое, Лиля. Мы сейчас... Давай я оттуда, что я зря в час ночи ходил за ним в лес. Давай. Надо аккуратненько, да? Когда я послышу, как есть, я... Опять упаковка. Да, куча упаковок. Открывай. Открываю. Что это такое? Покажи. Это... Я умею читать по-английски. Это цвета. Бонус. Watercolor. Карандаши. Это карандаши. Ничего себе. 72 цвета. Точно. Обалдеть. Лиля, я в шоке. Придется учиться на художника, чтобы оправдать твои надежды на нас. Вообще. Обалдеть. Я в шоке. И еще что-то есть. Вот это что? Да. Мамочек, смотри, какие карандаши. Это... А что это такое? Кисточка. Ну, потому что можно это, размывать. Наверное, потому что они карандаши акварельные. Да. Или грифельные. Или акварельные. Такие. На этом уже можно было, Лили, остановиться. Да, потому что это упадало. Вот колор. Это акварельные. Пенсил, да. Карандаши. Я в шоке. Дети, теперь вам придется стать художниками. По-любому. Не, мне вспомнить. Наум, ты будешь художником? Да. Договорились. Украинский шарик. А красота, красивый. Вот тут видно его, как не открывать. Очень красивый. Да, красивый. Так его на елку повесим. Один. Поставим просто на елку. Один красивый шарик. А это что? Это конфеты, это тебе. Ой, вечерний Киев. Класс, когда-нибудь обязательно съездим в Киев, очень хочется посетить. Книжка. Книжка? Это тетрадка, ежедневник. А с другой стороны там что-то написано. На 8 дней в неделю. Отлично, мне бы 8 день в неделю, я тоже согласна. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, какой-нибудь день. Супер, ежедневник. Главное потом настоящие дни недели не спутать. Да. Классно. А это что такое? Да, это up, up and away. Не знаю, что это. Покажи, вверх, что вверх и в путь. Короче, это книга, да? Это офигенная книжка. Только не знаю, как с ней работать. Ее на свет надо, наверное, что? Просто любоваться. Нет, тут вот... Шадо, это тень, я поняла. Может, это... Это может делать театр, театр тени? В общем, мы разберемся, пока мы не поняли. Вот так это выглядит. А я хочу. И можно читать текст, который там написан. Да. Давай другую страницу. Другую страницу хочешь? Ладно, шар, видишь? Книжка просто потрясающая. Ой, он улетел, он улетел, он летает. Да. Я таких аналогов у нас не видела. Огромное спасибо, Лиля. Ты настолько удивила нас, что просто... У нас отвисла челюсть и все остальное, что может отвисать.
Да, папа? У меня в час ночи еще все отвисло. Когда ты ходил за подарком? В лес. В лес. Подарок мы забрали в лесу, кстати. Лили решила нам устроить и день рождения, и это Новый год. Это что? А это хлебница, а для сыра. Доска разделочная или для сыра? Для сыра, по-моему, очень. Да. Сыр хранить. Это папе повару, я уверена. Спасибо. А груди прижать нежно. Фото для Инстаграм. Вот еще. Это волшебный сверточек. Судя по твердости, это мыло, что ли? Да, да, да. Ручной работы. Да. Мыло. Какое яркое, красивое, смотри. Блескучее. Понюхай. Пахнет? Да, вкусно, понюхай. Блесточками пахнет. Вообще ароматно, класс. Это детская. Будем блестяще красивыми и чистыми. Что? Что это такое? Это такое я уже видела. Это украинский конфитюр. В целом это подарок квест. Надо разобрать, что это. Это подарок квест. Три баночки здесь находятся, да. А это ли бальзамчик, я такой знаю. Популярный. На Ютубе и в этом, в Инстаграме. Уже это такое. Да, квест еще тот. Санта-фан. Мне сразу о многом сказал. Ну, шампунь написано. Да. А как шампунем пользоваться? Как шампунем пользоваться, говорит лысый человек. Вот способ применения. В общем, мы разберемся. Особенно я. Санта-фан. Никогда не пользовались. Еще один сверточек очередной. Тоже похоже на мыло. Я не знаю, что это. Покажи. А это бомбочка для ванны. Ну, вкусно пахнет. Бросаешь, она шипеть там начинает. Да. Да. И ароматно. Да, ароматная очень сильно. Сильно внюхнул. Поверни. Поворачивай. Этой стороной. Ой, какая бы тоже блестящая. Это явно маме какая-то косметичка, такое ощущение. Да, смотри. Так, вот. Смотри. Ничего себе. Ты посмотри. Это украшательство для мамы. Красота тени. Какая. Да, очень красивые цвета. Еще тени. Да? Это, наверное, румяна. Вот это, я думаю, нет? Тут не знаю, написано одно и то же. В общем, тоже будем с переводчиком. Google нам в помощь. Надо учить английский. Да. Боже, а сколько конфет? Много. Да, целая куча. Это да. Классно, да? Да. Скажи спасибо, Лили. Скажи спасибо, Лиля. Скажи спасибо. Спасибо. Огромное спасибо за такие подарки. Мы просто в культурном шоке все. Спасибо тебе большое. Супер. Еще раз повторю, что это самый новогодний обмен, и в нем участвует огромное количество мам. И вы можете пройти по ссылочкам, которые будут в описании, и также хэштег «Самый новогодний обмен». И вы увидите всех участвующих мам-блогеров в этом новогоднем обмене. Всем приятного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Самый главный яркий элемент подарка – это будет новогодний букет. Как вы видите, здесь есть в зимнем букете присутствуют цветы лаванды, посеребренные шишечки, вот эти пушистики – это ларгус, а также коробочки, три коробочки хлопка отправятся одной из мам-блогеров. Ссылочку, кому отправиться и как будет распаковывать его мама-блогер, вы найдете в описании.
А я вам дальше все покажу. Думаю, что такой букет украсит не одно видео. Красивый и очень ароматный. Для транспортировки хорошие я запаковала эти рамочки, фоторамочки пупырчатой пленкой. И покажу здесь две рамочки. Именная рамочка для мальчика с именем и для доченьки маленькой. Надеюсь, что эти рамочки порадуют как маму, так и деток. А здесь всякие приятные мелочи. Такая деревянная снежинка, которую можно раскрасить вместе с детьми, повесить на елку. Игрушка для девочки. Раскраска многоразовая водная для мальчика. Может быть, подойдут также носочки новогодние для мамы. Для девочки такие носочки. А также косметика. Это отличный крем для зимы, крем какао. Можно пользоваться как на лицо, так и на все тело. Ваниль, массажная плитка, уже не в первый раз беру, очень классная. Спивак. Также натуральный дезодорант, органическая косметика. И классный скраб абрикосовый. Тоже можно использовать для лица и для всего тела легкими массажными движениями. Небольшие игрушечки тоже раскрасить для елочки. Стикеры. И вот такая вот интересная штуковина, которую можно раскрашивать с помощью деревянной палочки. Еще новогодняя открыточка. Такая вот объемная. Снеговичок, елочка внутри. Сейчас упакуем, закроем. А кто получит ее, вы сможете узнать, если в строке поиска YouTube наберете хэштег «Самый новогодний обмен». На этом прощаюсь с вами. Всем до свидания и чудесных новогодних праздников!